Здравствуйте. С вами рядом Андрей Ракитский. Сегодняшний сеанс будет основан на классической технике релаксации и гипноза. Он окажет общий оздоравливающий эффект на работу всех внутренних органов и систем вашего организма. Вы избавитесь от психологической и физической усталости, в том числе хронической. Во время сеанса ваш организм получит мощный оздоровительный импульс и установку на саморегуляцию и самовосстановление после перенесенных заболеваний. Особое воздействие будет оказано на настройку иммунной системы и повышению сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействием. Сегодняшний сеанс внесет гармонию и энергетический баланс в работу нервной системы. Вы почувствуете в себе силу для решения проблем и достижения поставленных целей. Ваш организм получит специальные оздоравливающие установки, которые нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Сегодняшний сеанс – это универсальное, всепроникающее, общеоздоравливающее воздействие на весь организм. Устройтесь максимально комфортно. Поза должна способствовать полноценному расслаблению. Настройтесь на отдых. В любой момент сеанса вы можете закрыть глаза. Если хотите, сделайте это прямо сейчас. От вас не требуется никакого активного участия в том, что будет происходить. Попробуйте настроиться на отдых и внутренне успокоиться. В течение всего времени вы будете находиться в состоянии покоя, отдыха. Поэтому просто доверьтесь своему организму. Пусть все идет так, как идет. Все будет хорошо. Итак, мы начинаем. Мышцы рук, ног, туловища начинают медленно расслабляться. В них нет ни малейшего напряжения. Вам не хочется ни двигаться, ни шевелиться. Все тело приятно отяжелело. Постепенно тяжелеют ваши веки. Веки тяжелеют все больше и больше. Они стали свинцовыми. Начинают слипаться. Мышцы вашего тела расслабляются все больше и больше. Расслабляется лоб. Расслабляются
щеки. Ослабляются мышцы нижней челюсти. Полностью расслабились все мышцы лица. Ваше лицо расслабилось. Расслабление переходит на мышцы шеи. Расслабляются мышцы груди. Расслабляются мышцы живота. Расслабляются мышцы спины. Мышцы туловища. Начинают расслабляться руки. Расслабились плечи. Расслабились предплечья. Расслабились кисти рук. Начинают расслабляться ноги. Расслабились бедра, голени, стопы. Полностью расслабились мышцы вашего тела. Начинают расслабляться внутренние органы. Вы ощущаете расслабление внутри головы, внутри груди, внутри живота. Вы расслабляетесь все больше и больше. Нет никакого напряжения. Ваше дыхание стало ровным, спокойным, ритмичным. С каждым вдохом ваше сердце бьется все спокойнее, ритмичнее. Приятная теплота разливается по всему вашему телу. Окружающие звуки, шумы, шорохи, разговоры отдаляются от вас. Отдаляются все дальше и дальше. Вы почти не воспринимаете посторонние раздражители. Они перестают доходить до вашего сознания. Вы как будто бы отключаетесь от происходящего вокруг. Вы отключились от окружающего. Окружающие звуки, шорохи, как бы удалились от вас.
они ушли от вас далеко-далеко. Вы не воспринимаете посторонние раздражители. Они не доходят до вашего сознания. Вы постепенно успокаиваетесь. Переходите в состояние отдыха и покоя. Успокаивается каждая клеточка вашего организма. Успокаивается ваша нервная система. По мере успокоения нервной системы нормализуется работа всех внутренних органов. Все тревоги, заботы, волнения рассеиваются. Они уходят от вас. Течение мыслей пассивно. Ни на чем постороннем не фиксируется. Вас покинули все тревоги, огорчения, заботы. Все, что раньше волновало и угнетало вас, ушло. И сейчас не имеет никакого значения. Вам спокойно и хорошо. Вы совершенно спокойны. Вы отдыхаете. Отдыхает нервная система. Отдыхают все внутренние органы. Ничто вас не волнует, не нарушает вашего покоя, ни душевного, ни телесного. Все, что прежде беспокоило вас, ушло, рассеялось, забылось. Сейчас есть только покой, полное умиротворение. Чувство спокойствия нарастает. Успокаивается каждый нерв, каждая нервная клетка. Успокаивается вся нервная система. Все ваши волнения рассеиваются. Вы чувствуете, как ваше тело наполняется приятным покоем. Ничто не волнует вас. Ничто не нарушает вашего покоя.
ни телесного, ни душевного. Мышцы туловища, рук, ног расслаблены. В них нет ни малейшего напряжения. Вам не хочется ни двигаться, ни шевелиться. Вы спокойны. Ваше спокойствие сочетается с ощущением сонливости. Это состояние вам приятно. Постепенно вы погружаетесь в дремотное состояние. Приятная дремота овладевает всем вашим телом. Никакие посторонние звуки не доходят до вашего сознания. Никакие ощущения со стороны внутренних органов больше не воспринимаются. Вы отдыхаете. Ни о чем не думаете. Сонливость усиливается с каждым моим словом. Дыхание все глубже, все спокойнее. Дремотное состояние все больше и больше выражено. Вам дышится легко. Дыхание стало спокойным, глубоким, ритмичным. Ваше сердце сокращается спокойно, ритмично, автоматически. Вы не чувствуете своего сердца, как не чувствует сердце каждый здоровый человек. Окружающие звуки, шумы отошли далеко. Вы не воспринимаете их. Ничего не слышите, кроме моего голоса. Он действует на вас успокаивающе. Вы слышите только мой голос. Вы отключились от окружающего мира и воспринимаете только мой голос. Вы все глубже погружаетесь. Это необычная дремота. Это особое состояние нервной системы. Оно очень полезно. Оно обладает целебной силой.
вы слышите то, что я говорю. Спите глубже. Сейчас восстанавливается нормальная деятельность каждой клетки вашего тела, каждого органа, каждой системы вашего организма. Сейчас организм переходит в оптимальное для него состояние. Нервная система, сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная и другие системы работают нормально. Без всякого напряжения. Обновляя свои жизненные силы. После сеанса вы почувствуете это обновление. Вы будете чувствовать себя отдохнувшими, здоровыми, полными сил и энергии. Наступает глубинное внутреннее расслабление. Расслабляются все мышцы внутренних органов. Вы ощущаете приятное расслабление в груди. Приятное расслабление в брюшной полости. Это расслабление нарастает все больше и больше. Все больше расслабляются гладкие мышцы внутренних стенок кровеносных сосудов. Расслабляются полностью все кровеносные сосуды. Проходят спазмы кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды всего тела расширяются. От расширения кровеносных сосудов снижается повышенное артериальное давление. Артериальное давление снижается до нормального для вашего организма уровня. Сердце работает спокойно, ритмично. Вы чувствуете себя хорошо. Вы начинаете ощущать приятное тепло в области сердца. Вы чувствуете, как сердце прогревается теплом. Это расширяются кровеносные сосуды сердечной мышцы. Улучшается кровоснабжение сердечной мышцы. Сердечная мышца укрепляется. Сердце работает спокойно. Каждая мышечная
волоконца, сердца, получает все больше и больше кислорода и питательных веществ. Тепло в области сердца, расширение его сосудов оказывают исключительно благоприятное действие. Это повышает силу, выносливость, работоспособность сердца, оказывает хорошее профилактическое действие. Вы начинаете чувствовать, как во всем теле появляется ощущение тепла. Руки теплые, тяжелые. Ноги теплые и тяжелые. Все ваше тело теплое и тяжелое. Сейчас каждая клеточка вашего тела становится здоровее. Каждая клеточка вашего тела сейчас накапливает запас энергии. Улучшение состояния каждой клеточки приводит к обновлению вашего организма. Вы получаете запас здоровья, запас прочности. Повышается устойчивость вашего организма к неблагоприятным внешним воздействиям, будь то болезни или какие-то физические факторы, психологическая агрессия. Вы получаете защиту от всего этого. Вы чувствуете себя надежно. Вы чувствуете себя хорошо. Вы спокойны. Ваше дыхание свободное, самопроизвольное. Оно регулируется автоматически. Эта регуляция совершенна. Ваше сердце тоже работает спокойно, ритмично, автоматически. Автоматически регулируется и ваше артериальное давление. Ваш организм работает по законам саморегуляции, подчиняясь природной гармонии, высшей целесообразности. С каждым сеансом автоматическая регуляция артериального давления, работы сердца в вашем организме будет становиться все более и более совершенной. Кроме этого, улучшается автоматическая регуляция работы других систем,
пищеварительный, мочевыделительный, эндокринный. Вы чувствуете комфорт во всем теле. Это ощущение комфорта сохранится у вас и после выхода из сеанса. С каждым новым сеансом чувство комфорта, внутренней гармонии в теле будет ощущаться вами все более явно. Саморегуляция деятельности вашего организма становится совершенной. Все реакции приходят в норму. Вы чувствуете сейчас себя совершенно спокойно. Успокоилась нервная система, сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварение и другие системы. Это спокойствие и эта гармония закрепляется в вашем организме. Вы будете спокойно реагировать на то, что раньше вас затрагивало. Вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно в любой ситуации и в любой обстановке, что бы с вами ни происходило. Вы будете чувствовать запас прочности, запас здоровья, спокойствие и уверенность в своих силах становятся главной чертой вашего характера. Это закрепляется на уровне вашего подсознания. Это глубинные настройки работы вашего организма. С каждым сеансом лечебный эффект будет нарастать все больше и больше. Вы хорошо отдохнули. Оздоровился весь ваш организм. Вы чувствуете покой и уверенность в своих силах. Вам легко и приятно. С каждым нашим сеансом, с каждым днем ваше самочувствие будет улучшаться все больше и больше. Сейчас вы начинаете выходить из состояния расслабления, из особого состояния центральной нервной системы. Тяжесть в вашем теле проходит. Появляются приятная легкость, бодрость. Голова проясняется. В голове
появляется приятное чувство свежести и легкости. Руки тоже становятся легкими. Легкость наполняет ноги. Все ваше тело легкое и прохладное. Но чувство глубинного покоя остается. Остается ощущение приятного тепла в области сердца. Во всем теле ощущение комфорта. Вы выходите из расслабления. Вы чувствуете себя отдохнувшими, спокойными, здоровыми. Поднимается настроение. Оно тоже спокойное, но очень легкое и приятное. Вы выходите из расслабления. Сейчас я досчитаю до трех, после чего вы спокойно откроете глаза и будете чувствовать себя хорошо. После сегодняшнего сеанса вечером вы быстро заснете и ночью будете спать крепким и глубоким сном. Раз. Вы выходите из расслабления. Вы спокойны. Два. Вы великолепно отдохнули. На душе легко и светло. Вы чувствуете внутреннее обновление и свежесть во всем своем теле. Три. Ваши глаза свободно открываются. Вам приятно и хорошо. Голова свежая, легкая. Ощущение такое, как будто бы вы несколько часов находились в состоянии глубокого, крепкого сна. Теперь вы проснулись. У вас прекрасное самочувствие и легкое, светлое настроение.